11 декабря, накануне Дня Конституции Российской Федерации, в Твери состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград жителям Верхневолжья, внесшим значительный вклад в развитие региона и всей страны. Это работники разных сфер – сельского хозяйства, промышленности и строительства, высшей школы и журналистики, культуры, общественной деятельности. Награды вручил губернатор Игорь Руденя, но эта встреча запомнится и тверским школьникам, которые получили в этот день свои первые важные документы – паспорта граждан Российской Федерации. На торжественной церемонии побывал наш корреспондент. Протоиерей Алексей Злобин помимо духовной службы большую часть времени посвящает делам мирским. Это реставрация церкви Рождества Богородицы в селе Городня, где он на протяжении многих лет являлся настоятелем. Открытие православной приходской школы. Также отец Алексей планирует в ближайший год начать строительство храма на территории Тверского госуниверситета. Государственная награда «Орден Дружбы» для него не первая. Батюшка признается, не медали ради, все труды. Служу 65 лет священником. Я в 20 лет стал священником. В 20. Вот я в одном храме служил 20 лет и здесь 45 лет в Городне. У меня там некогда было о чем думать, только делать. В торжественной обстановке глава региона вручил медали за отличие в охране общественного порядка. Также были присвоены почетные звания народный учитель, заслуженный врач, заслуженный строитель, заслуженный работник высшей школы и здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и искусств. Среди наград еще и региональные почетные знаки. Слава матери глава региона вручил фельдшеру скорой помощи Марине Проскуряковой. Она и ее супруг воспитывают 6 детей. Самому старшему сыну уже 16, а младшая дочка родилась всего полгода назад. Женщина говорит, что самое главное в ее жизни – это дети. Хотим вырастить в первую очередь достойных граждан нашего общества. Хотим, чтобы и дети наши были многодетными. Сейчас мы прошли школу приемных родителей. Но я уже много лет живу с тем, что надо вот взять ребенка. Не потому, что мне дети нужны, а потому, что вот эта потребность быть матерью. Сейчас, отмечает мать-героиня, многодетных семей становится больше, тем более есть поддержка от государства. Это и социальные выплаты, и мат-капитал, и сертификат на приобретение семейного авто и ряд других. Знаком губернатора во благо земли Тверской награждена заместитель директора по учебной работе Тверского медицинского колледжа. Надежда Тарасова рассказывает, что подготовка медицинских кадров – долгий, кропотливый труд. А потому этот знак губернатора очень дорог для всего педагогического коллектива. Это действительно очень приятно. Это не только же моя заслуга. Да, это заслуга всего нашего коллектива, всех наших преподавателей, студентов. Наше учреждение, оно очень значимо для Тверского региона. Игорь Рудени поблагодарил участников торжественной церемонии за многолетний труд на благо страны, за профессионализм и преданность своему делу, за пример для подрастающего поколения. По словам губернатора, для молодых людей, которые в этот день получили паспорта граждан Российской Федерации, есть достойные и надежные ориентиры в жизни. Для меня это что-то большое. Как бы это что-то очень важное для всех, наверное. Всего награды получили в преддверии Дня Конституции 16 жителей Твери и области. Также губернатор вручил паспорта гражданина Российской Федерации 5 14-летним жителям Твери Зубцова и Нелидова.